Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10. Да, вижу десятки. Друзья, рада со всеми познакомиться. Меня зовут Евгения Коневега, являюсь лидером структуры команды ЕК Redex в компании Redex. И сегодня у нас с вами также встреча, потому что в связи с последними нововведениями очень много, друзья, вопросов. И нам нужно, чтобы все вопросы у вас отпали, чтобы вы были подкованы, чтобы вы могли правильно давать информацию сами самостоятельно. Мы с вами проводим, опять же, очередную встречу. И сразу, ребята, хочу задать вам вопрос. Сегодня будем говорить, во-первых, с вами, опять же, о новых тарифных планах. Будем разбирать по косточкам. Ну и, конечно же, не могу не сказать о том, что мы с вами, собственно говоря, в таком бизнесе, в котором очень много колоссальных преимуществ. Давайте немножечко такое предисловие с вами сделаем. Скажите, пожалуйста, кто уже хорошо познакомился с тарифными планами, то есть у нас уже эта встреча не первая, информация уже получена, ну, довольно-таки достаточное количество. Я думаю, что даже те, кто минимальную информацию получил, они все равно уже, можно сказать, ну, процентов на 50, на 60, собственно говоря, уже разобрались в этой новой фишке. Давайте немножечко сразу подискутируем. Преимущества тарифных планов. Ребят, вот давайте высказывать свое мнение. Какие вы видите именно преимущества вот в новой вот этой фишке, в новом направлении тарифные планы Unlimited Series, то есть это серия бесконечность. Пишите прямо в чате. Можно коротко, можно одним словом, можно предложением, потому что на самом деле преимуществ есть целый ряд. Так, я буду сразу сейчас записывать доступность. Угу, отлично. Доступность. И потом озвучим с вами, потому что, ребят, вы это все тоже должны будете как фишки, как преимущество показывать людям. Возможность зарабатывать сразу. Все верно. Доступный вход. Отлично. Угу. Еще давайте активнее. Быстрый заработок. Все верно, ребят. С линейного постоянного выплата на вывод. Тоже все правильно. Угу. Более 60 человек, 67 у меня показывает. Поэтому давайте поактивнее, все включайтесь в работу. Еще не совсем разобралась. Угу. Быстрота приглашений. 100% в сеть. Супер, 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 все правильно вы пишете. Так. Так, так, так. Угу. Еще будут мнения у кого-то через комфортное финансовое продвижение, закрытие рабочих площадок вплоть до пятой. Супер. Заработок в биткоинах. Так, дешевле вход в бизнес, быстрее продвигаться по площадкам, деньги моментально. Смотрите, друзья, все вот эти вот фишки вы должны себе скомпоновать в некий такой блок, чтобы вы могли сразу, вот человек у вас спросил, ну так что такое тарифные планы, свои партнеры, да, быстрое продвижение, ну чем-то конкретно, да, конкретно заинтересуйте меня. Нам с вами нужно знать самые главные крючки. Во-первых, конечно же, это, друзья, моментальный заработок, причем 100% с каждого партнера. Вот это сразу вот такая фишка, которая, ну, она автоматически, да, на автомате, на подсознании подкупает любого человека. То есть, когда мне говорят, слушай, ну, ты можешь, пригласил и тут же заработал, да, это же здорово, причем ты зарабатываешь сразу все 100% в сеть. Это выгода для каждого человека. Дальше, самая минимальная сумма активации, то есть, вот именно в эти тарифные планы мы с вами заходим с малюсенькой-малюсенькой суммы. Третье, очень круто то, что здесь есть система автоматизации. Система активации и продвижения, то есть сама система за нас все делает. Мы с вами спим, отдыхаем, путешествуем, запустили один раз тарифные планы, и сама система нас постоянно двигает, двигает, двигает вперед. Нам не нужно заморачиваться на том, что нам нужно зайти в кабинет, сделать какой-то переход, все полностью автоматизировано. Один раз нажали кнопку пуск и, ну, собственно говоря, как конвейер вот этот процесс начался. Стартовая площадка минимальными вложениями. Дальше. Возможность использовать замороженный баланс. Друзья, это очень важно, потому что в тарифных планах у нас с вами есть замороженный баланс. Если мы с вами в основных структурах его не можем использовать, пока мы не выполним тот необходимый объем работы, то здесь мы можем его использовать. И сама система включает нам в работу и как бы тратит за нас наш замороженный баланс. Следующий момент – это бесконечность. Вот это тоже очень важно. То есть мы с вами зарабатываем в тарифных планах до бесконечности. Это не может, не имеет, знаете, не имеет окончания. Может длиться это сколько угодно по времени и сколько угодно по количеству партнеров. То есть нет абсолютно никаких ограничений. Теперь смотрите, ребят, давайте мы с вами
Давайте мы с вами, имеет смысл заходить на три сразу, первые две чисто на карман, третье на дальнейшее продвижение заработок одновременно на всех планах. Теперь смотрите, следующий вопрос. Зачем вообще нам тарифные планы? Ребят, ну у нас с вами есть площадки, у нас 9 площадок, 9 замечательных площадок, лайт, бонусная. Зачем нам тарифные планы? Давайте будем рассуждать и писать ответы ваши в чат. Что нам дают тарифные планы? Ведь они, помимо того, что мы сейчас перечислили, не только это нам дают. Показать, что Redex платит. Ну, друзья, Redex платит не только благодаря тарифным планам, он платил, платит и будет платить. Но что нам дают тарифные планы? Ребят, ведь у нас с вами, да, быстрее и легче продвигаться, особенно неопытным, да, особенно людям, которые, ну, даже не могут, например, 10-15 долларов найти на старт в бизнесе, но 5 долларов-то уж точно каждый найдет. Это да, продвигает наши аккаунты. Вот, ребята, смотрите, тарифные планы, они нам максимально масштабно помогут продвигать все наши основные структуры. А сейчас сразу давайте я вам нарисую вот такую вот схемку, благодаря которой мы с вами сможем понять, что будет двигать тарифные планы, что они будут у нас двигать. Это тарифные планы. Помимо тарифных планов, друзья, что у нас с вами есть? У нас есть с вами основные структуры, то есть это наши с вами площадки с 1 по 9, основные структуры. У каждого из вас есть эти площадки, у кого-то запущены, допустим, от 1, 2 частично, да, у кого-то 5 запущено, у кого-то 3, у кого-то 2 и лайт, например, то есть неважно, это наши с вами основные структуры. У нас с вами есть... Кто мне еще будет подсказывать, помимо основных площадок, что у нас еще есть? Мы сейчас говорим, ребята, не только о заработке в компании, но и конкретно о заработке в нашей команде. Так. Давайте посмелей пишите, что у нас еще есть для продвижения, для ускорения стратегии. Да, то есть у нас с вами есть лайт-площадка и бонусная площадка. Лайт-площадка и бонусная. У нас с вами, ребята, есть еще командная стратегия Maxi 7. Командная стратегия Maxi 7. И у нас с вами еще есть, друзья, кто еще мне подскажет, что у нас еще есть, какой у нас есть мотор? Флешмоб 5, все верно. Флешмоб 5, утроитель, пассив. Вот смотрите, и все вот эти блоки, все эти каналы для увеличения доходов можно оптимизировать, активировать, масштабировать, запустить на полную мощность благодаря теперь тарифным планам. То есть вот смотрите, тарифные планы, они помогают любому человеку при самых минимальных действиях, при самых минимальных вложениях. Флешмоб 5, утроитель, пассив. Это я объединила вот в этот блок, последний блок. Так вот, смотрите, как раз-таки тарифные планы нам смогут помочь продвинуть все вот эти блоки отдельно взятые. Смотрите, как круто, да? Теперь давайте еще такой вот немножечко момент обсудим. Ведь сегодня, смотрите, ну, в интернете, собственно говоря, много направлений, много бизнесов. И вот особенно, когда приходят новички, они говорят, ну, нам как-то вот сложно у кого-то убедить, да, как-то зацепить, заинтересовать. Все тянут свои проекты, все как бы, ну, рассказывают о своем. Ребят, у нас есть с вами обучающие программы, как поставить правильно разговор, как правильно перевести на свою информацию, это мы все с вами прорабатывали в программе «Штурм» и так далее. Сейчас мы на этом не останавливаемся. Но если у вас возникает затруднение, какую дать правильную информацию, самую ключевую, самую основную, вы всегда акцентируете на то, чем отличается компания Redex от других бизнесов. Есть аналогичные тоже компании, которые зарабатывают на биткоин, но ведь наша компания отличается, и прежде всего отличается она, друзья, нашим направлением, IT-продуктами, потому что компания Redex разрабатывает свои собственные продукты, и самым ключевым, конечно же, являются сервисы и наш биткоин-кошелек, но плюс к этому всему, помимо того, что сам биткоин-кошелек – это колоссальный продукт, который может получить человек, проживающий в любом
любом конце мира, в любой точке земного шара, и причем этим биткоин-кошельком пользуются люди более чем из 140 стран мира уже. То есть смотрите, какой мощный инструмент выпустила компания Redox. Любой абсолютно человек может получить этот кошелек абсолютно бесплатно. Это ценный дар, это ценный ресурс, который не нужно ничего даже вкладывать, чтобы получить вот этот вот инструмент. Но при этом еще, пользуясь инструментами компании Redox, друзья, мы с вами абсолютно освобождены от всех каких-то дополнительных абонплат, дополнительных, там, скажем, активаций, автошипов и так далее. И за каждую нашу рекомендацию мы с вами получаем 100% вознаграждение по маркетингу. Вот эти вот фишечки, вы должны уметь ими манипулировать, вы должны использовать их в своем арсенале. Они у вас должны, знаете, как вот карточки. На каждой карточке своя фишка, то есть блок фишек по продуктам, блок фишек по маркетингам. И вот эти карточки, ребят, у вас должны лежать перед глазами до тех пор, пока вы настолько не будете знать о них и владеть вот ими в совершенстве, что вот, допустим, да, вас в любой момент человек задел и сказал: слушай, а ну-ка быстренько расскажи, что там за фишки. И вы тут же уже можете практически на автомате выдать все вот эти вот преимущества, фишки, особенности и отличия. Пока вот вы на новички, кто у нас еще новички, обязательно собирайте себе коллекцию вот таких вот фишек, разграничьте их на такие блоки, карточки, распишите и, то есть как бы даже заучивайте, да, но маркетинг обязательно, ребят, вы должны заучить, не просто выучить, но и понимать. Ну, хорошо, не будем дальше отвлекаться, я хочу сегодня, ребята, после всех уже проведенных вебинаров, именно проработать вопросы. Прям пойдем сейчас по вопросам относительно тарифных планов. Сразу по порядочку, давайте сразу первые 5-10 вопросов, потому что вчера я специально проводила разбор вопросов, которые уже сформированы, но как сегодня показала встреча с Андреем Головаченком, я увидела, что очень-очень много партнеров, возможно, еще не смотрели информацию, возможно, только-только услышали, только вникают, и вопросов очень много. Я хочу, чтобы партнеры моей команды владели в совершенстве всеми знаниями именно по новым тарифным планам. Но я уже не говорю, конечно, о маркетинге и всех остальных направлениях компании. Поэтому давайте по порядочку, можете писать сейчас в чат свои вопросы, и мы будем подробнейшим образом разбирать каждый вопрос, пока ваши вопросы просто уже не иссякнут. Ребята, жду. Так, жду ваши вопросы. Так, у меня, наверное, что-то зависло. Друзья, от 1 до 10 дайте, пожалуйста, обратную связь. Слышите ли вы меня? Так, все отлично, пошли плюсики и пошли вопросы. Когда человек получает выплату на руки, я понял, что не сразу. Верно. Так, первый вопрос, когда получает выплату? Угу. Сейчас будем разбирать. Еще давайте несколько вопросов, чтобы я переключилась на рисование. Пока запишу ваш первый вопрос. Когда получает выплату? Вернее, когда начинает получать выплату? Так, первый был вопрос. Окей, тогда пока вы думаете, я перехожу в режим рисования. И объясняю, когда человек получает вопрос. Я вообще хочу объяснить вам, знаете, в каком контексте. Вот смотрите, тарифные планы, которых 9. И разберем сразу самый оптимальный вариант, когда у человека нет денег, у него нет возможности зайти на несколько тарифных планов, и он будет стартовать в тарифном плане с минимальной суммы 0,002, то есть открывает для себя первый тарифный план. Это первый, это второй, это третий, я 4 здесь напишу, чтобы объяснить, как происходит старт. Допустим, Николай открывает тарифный план, он, естественно, проходит за своим спонсором, то есть, когда его спонсор вступает, активирует тарифный план, у Николая в кабинете тоже открывается, соответственно, доступ к этому тарифному плану. И он начинает активацию с 0,002. 0,002 – это активация первого тарифного плана. Эта сумма, ребята, распределяется следующим образом. В каждом тарифном плане у нас два направления. Это линия
и это тренар. И так в каждом направлении, только вход в каждый тарифный план стоит свою сумму. Второй уже будет стоить 0,004. Давайте вот сейчас самое начало я вам объясню, разберу. Третий стоит 0,008. Четвертый стоит 0,016. Пятый стоит 0,32 и так далее. И в каждом тарифном плане вот эта сумма делится напополам и распределяется на линию и на тренар. Я вчера говорила, да, что представьте себе 9 пирогов, и каждый пирог состоит из двух слоев. Вот это вот, ну, как бы, может быть, проще будет для понимания. То же самое в каждом из 9 тарифных планов. Это понятно, да, как происходит именно, что такое вообще тарифные планы. То есть это 9 каналов, каждый канал состоит из двух слоев. Теперь как происходит у нас, вернее, когда начинаются выплаты, опять же, на примере первого тарифного плана. Николай активировал ход 0,002, у него эта сумма разделилась пополам, 0,001 уходит на открытие линейного маркетинга, то есть он открывает аккаунт, и 0,001 уходит на открытие тренара. Что такое тренар? Это когда под Николаем есть три бизнес-места. Итак, вот это Николай, и он активировал свое бизнес-место в линии и в тренаре в первом пироге, так скажем, да, в первом тарифном плане. Когда он начнет зарабатывать, он приглашает партнера. Этот партнер у него, предположим, Оля, отображается в линии и отображается в тренаре, потому что она точно так же заплатила 0,002. Вот сюда пошло 0,001 и вот сюда пошло 0,001. У Николая пришел один партнер, но он занял два бизнес-места. Дальше Николай пригласил Светлану. Светлана тоже оплатила 0,001 в линии, активировав место, и 0,001 в тренаре. У Николая два партнера, но они заняли два места в линии, два места в тренаре. Смотрите, Николай пригласил уже два партнера, но он еще не получает деньги, потому что он только-только запускает эту махину, да, машину, так скажем, девятитарифную машину. То есть 9 каналов ему нужно запустить, чтобы очень много-много бесконечно получать денег. Следующий момент. Сумма вот с этого бизнес-места, с вот этого бизнес-места, то есть от этого партнера, от этого в линии и в тренаре составит, напишите, пожалуйста, сколько составит вот эта сумма за вот эти 4 кружочка. Так, ребят, пишите. Потом я вернусь к вашим вопросам. 0,004, все верно. 0,004. Все ребята понимают, откуда взялось 0,004. Поставьте, пожалуйста, минус, кто не понял. Я распишу. 0,004. Если будет минус, я тогда буду расписывать более подробно. У нас больше сегодня такая с вами даже не информационная, а практическая встреча. Вот, пожалуйста, Александра не поняла. Смотрите, Александра, это нормально, ребята, вы не стесняйтесь, потому что, чтобы разобраться, нужно, может быть, 10, 20, а то и 100 раз задать один и тот же вопрос. Смотрите, когда пришла Ольга к Николаю, она так же, как и Николай, оплатила 0,002. 0,002. И у нее также, как у Николая, эта сумма разделилась пополам. То есть 0,001 это активировалось бизнес-место в линии у Николая. И 0,001 в тренаре тоже у Николая. То есть на это бизнес-место ушло 0,001 и на вот это место ушло 0,001. Получилось в накопителе 0,002. Потому что система вас не пропустит, система не даст вам вывести деньги, пока она же делает все на автомате, а ей на автомате нужно открыть вам следующий тарифный план, следующий, дать доступ к следующему пирогу. И, соответственно, чтобы вот эту сумму накопить, стоит второй тарифный план 0,004, системе нужно эту сумму собрать. И она ее собирает. Вот эту сумму
она отправляет в накопитель, вот сюда. Вот эту сумму она отправляет в накопитель. И следующий партнер, Светлана, тоже пришла и тоже оплатила 0,002. И эта сумма тоже разделилась пополам. 0,001 на то, чтобы активировать место в линии у Николая. И 0,001 на то, чтобы активировать тренар у Николая. Понимаете, да? Получилось, что в накопитель пришло еще 0,002. То есть, два партнера оплатили по 0,002. И, соответственно, эта сумма ушла в накопитель. 0,02 плюс 0,02 получается 0,004. Система видит, что вот этой суммы уже достаточно, чтобы открыть вам тарифный план, но она вам его еще не открывает. Почему? Потому что вы еще не выполнили условия, вам нужно еще закрыть этот тренар, то есть поставить вот сюда третьего бизнес-партнера. Соответственно, вам его нужно пригласить, и он у вас займет место в линии и займет место в тренаре. Вот за вот этого партнера, ребята, вот за вот этого партнера вы уже деньги забираете. Вы уже можете эти деньги забрать, они вам будут доступны, потому что вот это бизнес-место, вот это бизнес-место, вот это и вот это накопили нужную для системы сумму 0,004, и так как вы выполнили условия, вы заполнили весь тренар, то есть у вас заполнился он тремя бизнес-партнерами, соответственно, система вам открыла второй тарифный план на эти деньги. Все, что происходит дальше, все, что сколько будет к вам партнеров приходить, вы эти деньги будете уже забирать. Ваша система, ваша махина начала работать, она начала вам открывать второй канал, то есть она открыла вам второй тарифный план. Следующий момент, почему мы получаем деньги только за вот этого партнера? Мы не получаем еще здесь деньги, ребята, за вот этого партнера. За этого нет, мы получаем только за этого. 0,002 мы с вами уже можем выводить. А вот эти вот деньги, 0,001, извините, здесь 0,001, вот отсюда, вот эту вот подчеркну сумму. А вот эту сумму 0,001 система сама на автомате потратит на то, чтобы на этом ваш заработок не закончился. Ведь, ну, пригласили вы три человека, заработали, и вот эти копеечки, и все, что ли? Нет, система вам дает путь к бесконечности, а ваши тренары, как и ваша линия, продолжаются до бесконечности. Поэтому, чтобы вы, ну, вот представьте, вы пригласили троих и уехали. Если бы эта система не была автоматизирована, то у вас бы вот на этом все остановилось, да, вы как бы, когда вы приедете, возможно, через месяц, и, допустим, в ручном режиме откроете себе следующий тренар. Нет. Система это делает сама автоматически за вас, пока вы куда-то отвлеклись, она вам строит структуру, строит бесконечно. И поэтому вот эти деньги она использует на то, чтобы открыть вам следующий тренар, под которым тоже будет три бизнес-партнера. Понимаете теперь, да? Смотрите, что происходит. Чтобы запустить новый тарифный план, система накапливает вам денежки, нужную сумму, и эти денежки поступают от двух бизнес-партнеров, от двух бизнес-мест в линии и от двух бизнес-мест в тренаре. Следующий партнер в линии, каждый новый приглашенный, это все ваши деньги на вывод, ребята. Хоть миллион вы партнеров пригласите, вы все деньги можете уже выводить, они все доступны к выводу. Только первые два партнера, это будут замороженные деньги, чтобы система вам открывала больше и больше как бы возможностей. Но в тренаре, ребята, у нас немножечко не так, у нас по-другому, потому что в тренаре, у нас тоже все происходит на автомате, и в каждом тренаре деньги, которые доступны для вывода, это всегда деньги от двух бизнес-партнеров, потому что третий бизнес-партнер, это всегда открытие нового тренара, то есть опять вы тут с двух получаете, да, если бы на этом все остановилось, то вы заработали бы денег только с двух бизнес-партнеров, с этого и с этого, и система вам, например, больше не открывает тренар, все, ваши доходы на этом прекратились, но нам это же не интересно, нам нужно до бесконечности зарабатывать, поэтому система открывает следующий тренар, в котором вы тоже заработаете с двух партнеров. Третий партнер вам снова открывает новый тренар. Ну, смотрите, ведь у нас в компании, друзья, мы не просто зарабатываем,
Мы получаем инструменты, мы получаем сервисы. Благодаря каждому виду дохода мы с вами можем получить все больше и больше инструментов и сервисов. То есть мы не просто на приглашениях строим бизнес, а мы получаем полезность. И эту полезность мы тоже даем людям, мы ее рекомендуем. Так, следующий момент. Давайте немножко поднимусь вверх. Так. Как попасть в эти тарифные планы? Я не вижу их у себя в кабинете. Александра, тарифные планы еще не запущены. Не бегите вперед паровоза. Сегодня Андрей Головащенко сказал о том, что в ближайшие дни, ребята, будет старт тарифных планов. У вас есть время подготовиться, разобраться в информации, завести на ваш биткоин кошелек необходимую сумму, потому что каждый тарифный план стоит, ну так скажем, стоит свою стоимость, да, своя стоимость. И вам нужно взвесить, сколько тарифных планов, сколько вы каналов будете открывать сразу для себя и, соответственно, завести ту необходимую сумму. Сейчас я открою слайд, тоже покажу вам. Так, за счет трех внизу стоящих мы накапливаем для следующей площадки. Так, ребят, давайте перейду в режим чата, немножко буду перескакивать, потому что теряю ваши вопросы. Так, то есть за счет трех внизу стоящих мы накапливаем для следующей площадки, а остальные на реинвест. Нет, Александра, не так. Не за счет трех внизу стоящих, а за счет. То есть первые два приглашенных партнера всегда нам дают открытие нового тарифного плана. Если вы этот тарифный план открыли, то каждый последующий партнер – это ваши 100% деньги. Только первые два партнера дают вам возможность накопить замороженный баланс для активации тарифного плана. Так, так, так. А если Николай, никто не пришел, но он проплатил май месяц? Ира Антонова. Причем здесь май месяц? Тарифные планы работают не один месяц, они работают бесконечно. То есть, если Николай в тарифных планах, ребята, никого не пригласил, но он открыл все тарифные планы, соответственно, он ничего не заработает, потому что здесь партнеры зарабатывают за приглашенного человека. Пригласили человека, заработали. Не пригласили, не заработали. Если Николай даже открыл все 9 тарифных планов, но не пригласил ни одного партнера, он ничего не заработает. В линии с третьего. Да, в линии с третьего партнера мы уже всегда забираем деньги на вывод. В тринаре с четвертого партнера все деньги за каждых двух партнеров в тринаре. Каждый последующий тринар приходят новые люди. Да, каждый последующий тринар приходят новые люди, но, ребята, мы с вами говорим о том, что здесь уникальный реинвест. И каждый новый тринар может закрывать один и тот же партнер. Сейчас мы это тоже с вами разберем. Так, а если Николай никто не пришел, Николай первые деньги, когда к нему придут три человека. Так, смотрите, получит Николай первые деньги, когда к нему придут три человека. Все верно. С третьего в линии он уже получит, в тринаре еще не получит, потому что третий откроет ему новый тринар. Простите, с линии третьего. Каждый последующий тринар приходит новый. Так, подождите, сейчас это тоже разберем. Разберите, пожалуйста. При входе сразу на 4 плана, как выглядит выплата и реинвест. С третьего 0,001 в линии. Да, правильно, Юрий, с третьего в линии 0,001. Возвращаемся к режиму рисования, ребята. И разберем сначала. Был вопрос. Четыре тарифных плана запустить, да? Смотрите, первый тарифный план партнер оплатил 0,002. У него открылась линия и у него открылся тринар. Сейчас будем рисовать каждый тарифный план. Второй тарифный план он тоже оплатил своими деньгами 0,004. Это он использовал свои ресурсы, сам заплатил своими деньгами. У него открылась линия, открылся тринар. Третий тарифный план. Человек тоже заплатил 0,008. У него открылась линия и открылся тринар. Так. И четвертый тарифный план он открыл, оплатив 0,016.
У него открылась линия и открылся тренар. Так и вот так. А партнер пригласил первого человека. Этот человек оплачивает также 0,002, занимает место в линии и сразу же в тренаре. И Николай, обозначим, да, что это Николай, он сразу же забирает эти деньги. Почему? Кто напишет, почему он сразу забирает эти деньги, ребят? Так, сейчас, Александра, да, вернусь к вашему вопросу. Ну, долго очень идет ответ и задержка тут в комнате, ребята, потому что у Николая уже открыт второй тарифный план. Система ему ничего не накапливает. У него есть уже, да, все правильно, открыт второй тарифный план. Николай приглашает второго, тоже эти деньги забирает. Забирает он от этого партнера в линии, от этого и в тренаре от этого. То есть Николай 4 раза забирает по 0,001. Он уже заработал 0,004. Пригласил только двоих партнеров, а заработал уже 0,004. А третий партнер приходит к Николаю в линию и приходит в тренар. С линии он забирает деньги, Николай, а с тренара не забирает, потому что вот этот партнер открывает ему новый тренар. Понятно, да? То есть получается, что пригласив трех партнеров, Николай заработал 5 раз по 0,001. Это понятно. А дальше, что происходит во втором тарифном плане? Эти партнеры переходят к Николаю во второй тарифный план. Соответственно, они занимают место в линии и занимают место в тренаре. Ребят, во всех тарифных планах происходит все совершенно одинаково, только разные суммы дохода. Первый человек пришел в линию и пришел в тренар, второй партнер пришел в линию и пришел в тренар, и Николай получил тут же сразу на вывод 4 раза по 0,002. Правильно? Потому что вот эта сумма, она делится пополам. Один человек ее оплачивает, и партнер, соответственно, зарабатывает 4 раза, то есть сразу забирает деньги. Все то же самое происходит в третьем тарифном плане, и в четвертом тарифном плане уже происходит немножко по-другому. Почему? Сейчас мы с вами разберем. Те же партнеры переходят четвертый тарифный план, но так как у Николая не открыт пятый, система будет накапливать 0,032, чтобы открыть сначала пятый тарифный план. Соответственно, в пятом тарифном плане, при условии, что все те же партнеры переходят к Николаю в четвертый, Николай в четвертом заработает только за третьего партнера с линии. Только за третьего партнера с линии. И заработает он 0,008. Вот эти деньги, вот эти и вот эти уйдут в накопитель на активацию пятого тарифного плана. Третье бизнес-место в тренаре откроет новый тренар, а деньги на вывод будут только вот эти. С третьего партнера в линии. Так, окей, возвращаюсь назад. Так, оплачен за свои деньги. Задача пригласить два человека на каждом. Ребят, так, убегают вопросы. Реинвеста, пожалуйста. Так, это мы разобрали с вами. При входе сразу так разобрали. Задача пригласить два человека на каждом тарифе, а потом, начиная с третьего человека, идут выплаты. В линии, ребята, Александра, в линии всегда с третьего человека выплата, если не открыт последующий тарифный план. В тренаре с четвертого. Ребят, не путайте, пожалуйста. Помните о том, что в тренаре всегда третий партнер, деньги идут на на открытие нового тренара. В тренаре из трех партнеров вы всегда получаете деньги за двоих. Потому что он уже оплатил, следующий открытый, у него открыт второй. Так, угу, поняла, это были ответы. Что там считать? Да. Получается, что в тренаре идет выплата с двух приглашенных, даже не закрывая. Нет, ребята, пока будет не закрыт у вас тренар.
То есть тренар нужно всегда закрыть, три партнера, чтобы у вас заняли бизнес-места. То есть это условие, нужно тренар закрыть. Вы зарабатываете с линии за каждого, в тренаре, по закрытию тренара с двух партнеров. Можно ли Николаю активировать пятый тарифный план за свои деньги? Можно активировать хоть все 9, ребят, тарифных планов за свои деньги. Если у вас есть возможность все 9 оплатить, оплачивайте 9. Есть возможность оплатить 2, оплачивайте 2. 3, 3, 5, 5. Это уже ваше личное желание. Конечно, выгодно, да, открыть сразу все тарифные планы. А почему выгодно? Все знают ответ на этот вопрос. Ребят, напишите, пожалуйста. Если они пригласили троих, если у меня открыты несколько планов, но тренар не закрыла, я не прохожу на следующий план. Если у вас открыты несколько планов, вы уже на них находитесь. Вы уже на них находитесь, но деньги вам будут доступны к выводу только в линии с первого человека, а в тренаре первый, второй, а третий уйдет на открытие тарифного плана, когда тренар закроется. Давайте вот сейчас, вот тут был очень хороший вопрос. Если так, можно ли Николай активировать пятый партнер на следующий план, если они пригласили три, у меня открыты несколько, но тренар я не закрыла, перехожу в следующий план. Смотрите, это вот у нас написал, сейчас скажу, Гузель. Гузель, смотрите. У вас открыт, например, первый, второй и третий. Вы уже открыли, вы уже оплатили их, вы уже в них стоите, у вас стоит в первом линия и тренар. Вы же их уже сами оплатили заранее. Во втором стоит линия и тренар. И в третьем у вас уже стоит линия и тренар. Соответственно, как вы будете получать деньги? Как вы будете, извините, начала рисовать. Ну, давайте вот так. Это линия, это тренар. То есть три тарифных плана у вас запущены. Четвертый не запущен, не активирован. В первом тарифном плане вы приглашаете партнера. Он становится в линию и становится в тренар. И за этого партнера, и за этого, то есть два раза по 0,001 вы сразу выводите. Этого партнера второго пригласили, он у вас занял место в линии и в тренаре. За это бизнес-место и за это бизнес-место два раза по 0,001 вы тоже выводите. Третьего вы приглашаете партнера, вы тоже забираете деньги. Почему? Потому что системе не нужно накапливать средства, чтобы открыть вам следующий второй тарифный план. Он у вас открыт вами лично. Но в тренаре вы вот эти вот деньги заберете только тогда, когда поставите третьего бизнес-партнера. Третье, когда вы закроете тренар. Вы, если поставили просто первого, второго, не можете вы забрать эти деньги, у вас не выполнено условие, вам нужно закрыть тренар. В линии все по-другому. Во втором тарифном плане то же самое. С первого партнера зарабатываете сразу на вывод. Со второго, с третьего, с последующих. В тренаре с первого, второго зарабатываете. С третьего нет. Так же, как и здесь. Третий вам открывает новый тренар. Точно так же, как и здесь. Третий открывает всегда новый тренар. В каждом новом тренаре вы забираете деньги с первого, второго партнера, но при закрытии тренара. Вот когда вот сюда поставите вы человека, тогда заберете с тренара за двоих партнеров. В третьем то же самое, но четвертый тарифный план у вас не открыт, поэтому первый партнер в линии и в тренаре уходят в накопитель, вот сюда. Второй партнер в линии и в тренаре тоже уходят в накопитель, тоже вот сюда. И у вас здесь собралось уже та нужная сумма 0,016 на то, чтобы открыть четвертый тарифный план. Начинаете вы в третьем тарифном плане получать деньги с третьего в линии и с четвертого в тренаре. То есть этот и этот партнер вам накапливают деньги на открытие четвертого тарифного плана. Этот партнер открывает новый тренар. И вот когда вы пригласите сюда вот этого третьего, вы забираете деньги. А когда вы пригласите четвертого партнера, так, секунду, четвертый партнер не рисуется, четвертого партнера в линии вы тоже забираете. И в тренаре с четвертого партнера вы тоже уже забираете деньги на вывод. Да, немножко подвисла, я видела, ребят. Так.
Приглашенные не упадут к вышестоящему спонсору. Ребят, сейчас от 1 до 10 напишите. Я вернусь в режим чата. Буквально 2 десяточки и все, если связь восстановилась. Все, все, больше не надо. Пошли десятки, а то вопросы убегают. Так, я могу из выплат первого и второго тарифного плана открыть в четвертый. Да, конечно, можете. Заработав на четвертый тарифный план 0,016, в первом и во втором вы можете открывать, как бы предварительно, не дожидайтесь, пока система накопит, вы можете открывать четвертый тарифный план. Можно переходить на новые тарифные планы одной и той же командой. Ребят, смотрите, вот немножко все-таки вы путаетесь. Смотрите, вы один раз только приглашаете своих партнеров. Вот, допустим, у вас команда, да, вот, допустим, вы лидер, и у вас команда 10 человек, которые заходят к вам в тарифный план, в первый. Эти же 10 человек, они за вами пойдут на автомате во второй, и в третий, и в четвертый, и до самого 9-го тарифного плана, если, конечно, они не сменят спонсора. То есть они за вами и пойдут на все 9 тарифных планов. А если никого не пригласите, то вы получать чаще, если никого не пригласите, то вы получать чаще не будете здесь передать. Здесь переливов нет. Которые не закрыли тренар на первом плане, не перейдут за мной во второй план. Нет. Нет, ребята, не перейдут. А здесь немножечко смотрите, что может быть. С кого берется реинвест? Окей. Переходим снова в режим рисования. Теперь давайте прорисуем такую ситуацию, вот как спросили сейчас. Смотрите, если вы пригласили Татьяну и, допустим, Светлану, да, предположим, что у вас открыт первый тарифный план, второй тарифный план открыт и третий. Татьяна и Светлана, соответственно, у вас становятся в линии и становятся в тренаре. Это Татьяна, это Светлана. Вы приглашаете третьего партнера, он тоже становится вот сюда в тренар и открывает вам новый тренар. Татьяна и Светлана, ну, пригласили, возможно, там по одному человеку, да, пригласили по одному человеку, они начали там заполнять свой тренар, свою линию, а вот кто это у нас, Ольга, третья, она более активный партнер, и она вперед Татьяны и Светланы закрывает свой тренар, ведь у нее все то же самое, только это ее партнеры. И поставив третьего партнера, система ей открывает третий тренар. Ой, свой, второй тренар. Ну, где она его откроет? Так как вы являетесь спонсором, соответственно, она откроет его у вас. И Светлана становится вот сюда. Она становится первым человеком в следующем. Видите, уже следующий, второй тренар. Но она станет первая, потому что вот Татьяна и Светлана еще как бы, ну, так скажем, медленнее работают, еще никого не пригласили или там по одному человеку пригласили. А вот, допустим, Ольга, да, она уже троих человек пригласила. Ну, я сейчас не разрисовываю линию, тут с линией все понятно. Давайте на примере тренара разберем. В тренаре в своем, в новом, вот это ваш тренар, но она к вам идет, потому что она ваш лично приглашенный партнер, вы у нее спонсор. И в своем новом тренаре Ольга тоже быстренько ставит партнеров. Тоже поставила быстренько три партнера. И вот этот вот партнер открывает ей новый тренар. И где? Ребята, опять у вас. Так как у вас тут еще пусто, тут у вас еще никто не пришел. А Ольга, это опять же Ольга, она становится к вам второй раз, ваш же тренар. И предположим, она снова, активно работая, приглашает снова трех партнеров. И третий партнер ей снова открывает третий тренар, ее уже, да, ее это уже будет четвертый тренар, но он откроется опять же в вашем тренаре. То есть смотрите, пока Татьяна и Светлана еще только в процессе, Оля уже трижды закрыла свой тренар и закрыла вам тренар, вот этот вот ваш второй. То есть один и тот же человек вам закрыл весь тренар. Представляете? Так, с кого берется реинвест? Рима, вот теперь вы поняли про реинвест? То есть реинвест – это ваши партнеры, но если они более активные, более шустрые, они могут вам как бы один-два партнера постоянно закрывать ваши тренары.
9 планах сколько линий? 9 линий и много тренаров? Смотрите, Юрий, давайте так. Ну, допустим, первый тарифный план. В нем есть у нас линия, и в нем есть тренар, которые никак не имеют окончания. Так будем разбирать. То есть вот эти вот линии, партнеры, которые приходят в линию, они будут до бесконечности, нет никакого окончания. Хоть миллиард вы сюда партнеров поставите, они всегда будут становиться в первую линию, всегда. В тренаре они будут у вас все время давать вот такие новые тренарчики. То есть каждый раз будет открываться снова новый тренар. Тоже до бесконечности. И хоть миллиард может открываться вот этих тренаров. И это все ваш первый тарифный план. Снова новый тренар, да? Их тоже, как и в линии, может быть миллиард этих тренаров. То есть тренар, закрываться он может у вас одним и тем же партнером, но это тоже до бесконечности. Закрыли тренар, новый открылся, закрыли новый, тоже так же до бесконечности. Во втором тарифном плане, ребята, то же самое. Линия и тренар. В третьем тарифном и тоже такое же заполнение, до бесконечности. В третьем, в четвертом, в пятом, во всех 9 два вот таких вот слоя. Линия и тренар. И линия и тренар до бесконечности продолжается. Реинвест третий в тренаре. Да, то есть с третьего бизнес-места открывается новый тренар. В 9 планах, это я ответила. Но это при условии, что у вас активированы все планы. Александр Якиль, я не поняла немножко. Еще раз уточните, пожалуйста, вопрос. Что именно при условии? Может, вы выше что-то писали? То есть, друзья, вам нужно понимать, что есть 9 тарифных планов. Рассматривайте каждый тарифный план, ну, как бы дубликация первого. Только сумма дохода в каждом тарифном плане своя. И с каждым новым тарифным планом она выше, выше и выше. Во второй тренар людей отдельно приглашать? Нет, 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 нет. Ребята, мы приглашаем всегда только в первый тарифный план. Только в первый мы приглашаем на 0,002. Но человек, любой партнер, он может открыть сразу несколько тарифных планов. И после первого тарифного плана все ваши лично приглашенные идут за вами во второй, в третий, в четвертый, до самого 9. То есть это одни и те же люди, которых вы просто приглашаете в первый тарифный план. Партнер будет переходить за вами. Вы уже отвечаете. Угу. Как люди ко мне переходят во второй? Окей, еще раз давайте прорисуем. Значит, смотрите, первый тарифный план. Надежда пригласила одного партнера, и этот партнер занимает бизнес-место в линии и в тренаре. Вот это один и тот же человек, ребят. Дальше Надежда пригласила второго бизнес-партнера. Он занимает место в линии и в тренаре. Это второй партнер. Третьего партнера пригласила, он занимает место в линии и в тренаре. Четвертого, на примере 4 сейчас вам нарисую, пригласила. У вас открывается здесь новый тренар, потому что не может в тренаре 4 партнера, только 3. И четвертый, соответственно, здесь 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Четвертый партнер уже занимает первое место во втором тренаре. Дальше, у Надежды уже открылся второй тренар, потому что деньги с этого партнера, с этого и с этого ушли сначала в накопитель, накопилось 0,004, открылся второй тарифный план, и Надежда перешла во второй, то есть система ее сама перевела во второй тарифный план, и открыла линию Надежды, и открыла тренар. Соответственно, кто пойдет за Надеждой? За Надеждой пойдет ее партнер, первый, вот этот вот первый партнер, который сделает то же самое, что сделала Надежда. То есть он пригласит себе в линию троих, четверых, да, в зависимости от того, сколько тарифных планов у него открыто. Он пригласит, эти партнеры займут место в тренаре. Соответственно, система также ему накопит 0,004 и переведет его во второй тарифный план. Но куда она его переведет? Она его переведет к вам. И поставит у вас в линию, и поставит у вас в тренаре. Затем вот этот вот партнер тоже пригласил четверых.
Система тоже у него накопила 0,004 и тоже переводит его во второй тарифный план. И куда она его переводит? Она его переводит к вам, в линию ставит и, соответственно, в тренар. Все то же самое, ребята. Соответственно, третий станет у вас в линию и в тренар. И четвертый бизнес-партнер точно так же встанет в линию и встанет в тренар. Потому что здесь уже первый тренар закрылся, открылся второй. И четвертый бизнес-партнер становится вот сюда. Ясно, поняла. Угу, отлично. Так, окей, давайте снова в режим чата. Так, во второй тренар людей отдельно приглашать? Нет, ребята, это все те же самые партнеры, которые вас приглашены один раз в первый тарифный план. И эти же партнеры, вот, например, Татьяна пригласила 10 своих друзей, они у нее выстроились в линию в тренар в первом тарифном плане, закрыли свои, так скажем, тренары и пригласили, допустим, там по 4 человека, и они тоже уже готовы идти во второй тарифный план. И они идут, конечно же, к Татьяне. Партнер будет переходить. Да, как люди ко мне переходят во второй. Это я, ну, разрисовала. Реинвест партнеры помогают закрывать быстрее. Так, то есть реинвест партнеры помогают закрывать быстрее тренар. Плюс я еще закрываю тренар, и это еще быстрее, и больше будет закрытых тренаров. Соответственно, больше выплат. Ну, вам партнеры и будут закрывать тренар. Вы его сами, вы закрываете свои тренары вашими партнерами. Не собой, вы не будете, Оксана, собой закрывать. Это ваши партнеры будут закрывать вам тренар. Партнерам их партнеры и так дальше. А если меня нет во втором плане, а мой личник хочет зайти на 2, под кого он станет на втором плане? Сейчас объясню. Да, он станет под вышестоящего спонсора, и выглядеть это будет вот так. Вот смотрите, это, например, у нас Светлана. Это вышестоящий спонсор, 1, 2, 3 и 4. То есть вверху у Светланы 4 спонсора. У Светланы открылась линия в первом тарифном плане и открылся тренар. И Светлана пригласила, предположим, Татьяну. Татьяна становится в линии, становится в тренаре. И предположим, что у Светланы открыт только первый тарифный план, да, как вот задали вопрос. Соответственно, этого недостаточно еще, чтобы был открыт второй тарифный план. Светлане нужно пригласить еще партнера, то есть вот это один человек, вот это второй человек, это Татьяна, это тоже Татьяна, это Светлана, предположим, другая, это тоже Светлана. Но этого тоже еще недостаточно, чтобы система открыла второй тарифный план. Почему? Потому что, хоть уже и накопилось 0,004, но тренар не закрыт. Вот сюда нужно поставить третьего бизнес-партнера, чтобы система 0,004 перевела и открыла второй тарифный план. Соответственно, Светлане нужно пригласить третьего партнера. И за вот этого третьего она может забирать деньги, потому что в линии уже все, больше никаких условий выполнять не нужно. Этот же партнер становится в тренар. И только когда Светлана пригласит три бизнес-партнера, система ей активирует второй тарифный план. Но если пока Светлана еще, предположим, не поставила вот сюда человека, предположим, здесь нет человека, вот здесь она не пригласила третьего, и вот здесь еще не пригласила. А вот эта Светлана, она уже пригласила к себе в первую линию троих бизнес-партнеров, и, соответственно, в свой тренар она тоже пригласила троих бизнес-партнеров, да? Это как бы уже партнер партнера получается. Система уже забрала деньги отсюда у Светланы, отсюда, отсюда и отсюда, это составило 0,004, и эти деньги она уже может активировать, забрать на открытие второго плана именно вот этой Светланы, потому что все условия выполнены. Деньги накоплены, необходимые, тренар закрыт, три человека стоит, как положено. И система Светлане уже открывает тарифный план, а вот у этой Светланы еще не выполнено до конца все условия, то есть вот здесь никого нет. Да, вот здесь никого нет, и вот здесь никого нет. То есть, вроде бы, кажется, уже деньги накоплены 0,004, но не выполнено условие, не закрыт тренар, и система не активирует второй тарифный план. И что происходит?
система Светлану отправит вышестоящему спонсору, вот этому. Но если она увидит, что у этого вышестоящего спонсора еще не активирован второй тарифный план, она его отправит вышестоящему на второе поколение. Если у этого не активирован второй тарифный план, система еще выше отправит спонсору на третье поколение. И даже если у него не активирован, она его отправит четвертому. То есть на четыре поколения вверх система будет искать того спонсора, у кого будет открыт второй тарифный план. Понимаете, да? А что вот на этом моменте происходит? Вот эта Светлана потеряла вот эту Светлану на втором тарифном плане. То есть вот эта Светлана уже не придет вот к этой Светлане во второй тарифный план. Она уже будет, предположим, вот у этого спонсора работать во втором тарифном плане. Но если Светлана вот эта, ну, думает так, зачем же мне терять своих партнеров, надо мне поактивнее поработать и быстро открыть третий тарифный план. То есть, соответственно, Светлана открывает третий тарифный план, вот эта Светлана открывает третий тарифный план, и когда вот эта Светлана, каламбур, да, ребят, вы не запутываетесь, когда вот эта Светлана тоже будет открывать тарифный план, она должна вернуть, то есть сделать смену спонсора на вот эту Светлану, поменять опять спонсора, чтобы прийти к ней в третий тарифный план. Вот это вот такой вот переломный момент. То есть, если, допустим, вот эта Светлана, она поняла уже, да, что она улетела к другому спонсору во втором, и она хочет вернуться к своему. При переходе в третий тарифный план, соответственно, она должна связаться с этой Светланой, либо поторопить ее, либо уже узнать, что она, ну, открыла третий тарифный план, снова поменять спонсора и вернуться, соответственно, вот сюда, в третий тарифный план. Да, вот поэтому, ребята, чтобы не терять своих партнеров, потому что, ну, это может происходить очень быстро, вы не сможете это отследить, система не будет вас спрашивать, там, Николай, ты уже готов, а то партнер у тебя уже закрывается, а ты еще третий план не открыл, давай-ка я тебе там помогу или подожду. Нет, система же все делает на автомате, и просто партнеры ваши могут, даже сами того не отслеживая, не осознавая, они просто будут улетать. Три партнера, и откроется второй тарифный план, и партнер не улетит от тебя. Да, три партнера надо пригласить, и откроется второй тарифный план. Все верно. Тогда все Светланы твои. А почему четыре спонсора вверху? Ну, потому что по условиям тарифных планов на четыре поколения вверх система будет искать того спонсора, у которого будет открыт следующий тарифный план. То есть это, ну, как бы условия от компании по маркетингу. Надо пригласить. Так, окей. Зайти на два плана, под кого? Возвращаюсь в чат и считаю ваши вопросы. А если меня нет на втором или чем? Так, это я ответила. Вот почему нужно, короче, надо пригласить три партнера. Так, ребят, какой-то был еще вопрос. Второй тренар, где я отдельно отвечала. Партнер будет приходить за вами. Как ко мне люди нарисовала? Про реинвесты рассказала, подвышенная, почему 4, ответила, почему нужно. Короче, надо пригласить 3 партнера, открывается следующий тариф. Так, в личном кабинете смена спонсора произойдет автоматом? Нет. Вы сами должны об этом побеспокоиться, ребята. Автоматом она не произойдет. То есть при запуске, так скажем, когда система будет вашего партнера отдавать вышестоящему, это будет автоматически происходить. А вот чтобы вернуть обратно, партнер должен об этом сам побеспокоиться. Потому что система не может знать, что хочет ли этот партнер обратно вернуться или не хочет. Так, окей. Друзья, еще вопросы есть. Уже час мы с вами общаемся. Напишите, пожалуйста, еще ваши вопросы. Если вопросов нет, тогда посмотрите еще вчерашнюю встречу в записи, сегодняшнюю. Так, как регистрировать новичка в тариф? Очень просто, ребята, вы даете свою ссылку, будете давать свою ссылку. У человека открывается, у вашего партнера открывается личный кабинет. И в личном кабинете партнер просто активирует первый сначала тарифный план, ну и, например, несколько, если он хочет. Как регистрировать? А если я приглашу 9 партнеров? Ну, замечательно. Если вы пригласите 9 партнеров, так, если вы пригласите 9 партнеров, и у вас открыт, предположим, первый только тарифный план, да? Давайте прочертим.
9 партнеров. Так, первый тарифный план. Вы приглашаете 9 партнеров и тренар. Ну, на примере, рассмотрим на примере просто первого тарифного плана. Вот они, ваши 9 партнеров. Сейчас я их расчерчу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сейчас с вами будем математикой заниматься. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соответственно, сколько у вас будет тренаров? Кто быстрее напишет, пока я рисую? Так, и нет, у вас будет 3 тренара, ребята, 3 тренара. Так, а теперь, кто четко понимает, он сейчас быстро мне скажет, при условии, что у вас не активирован второй тарифный план, за сколько, то есть, сколько раз вы получите на вывод по 0,001? Ссылка с площадок – это та же ваша реферальная ссылка, только человек, регистрируясь по вашей ссылке, открывает для себя кабинет, и в кабинете у него есть возможность активировать площадки, активировать тарифные планы, вступать в любую площадку. Он сам выбирает, куда он пойдет. Но, естественно, он пойдет в тарифный план, да, для начала. Так, сколько раз вы получите по 0,001? 11, 11, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С 9 партнеров в линии вы получите с 7. А в тринаре вы, ребята, получите 1, 2, 3, 4. Итого с 11, 11 раз по 0,001. Кто не понял, поставьте единичку. Не стесняйтесь, ребята, кто не понял, поставьте единичку. Пригласили 9 человек, а получили 11 раз по 0,001. Обязательно полностью закрыть. Да, обязательно полностью закрыть тренар. До закрытия тренара баланс у вас так и будет замороженный. Система сама вам его разморозит, когда вы поставите третьего партнера в тренаре. Так-то полностью закрыт тренар или замороженных денег от двух первых партнеров уже... Нет, нет, пока не закройте тренар. Значит, смотрите, у нас второй тарифный план не активирован, поэтому система накапливает средства с этого партнера, первого, второго в линии и в тренаре. Третий у нас открывает второй тренар. Соответственно, с этого мы не можем забрать деньги, с этого бизнес-места не можем, с этого бизнес-места не можем и с этого не можем. С этого тоже не можем, потому что эти деньги идут на открытие второго тренара. Соответственно, у нас остается с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 раз мы получаем по 0,001. Почему? Вот мы не получаем с вами вот с этого бизнес-места и с этого. Потому что это бизнес-место всегда идет на открытие нового тренара. Всегда третье бизнес-место, ребята, идет на открытие нового тренара. Так, ну, я думаю, что понятно, да? Все понятно. Так, ребята, еще раз. Еще раз. Возвращаюсь к вопросам. Последний такой у нас с вами... Так, 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 все, все поняли, молодцы, с 11 кто-то писал, с 6, вот с 13 кто-то написал, ошибка, да, Наташа, немножко неправильно, с 7. Ребят, вот теперь поняли? Поставьте, пожалуйста. Просто смотрите, я понимаю, что можно запутаться, да, 9 пирогов, какие-то прослойки, какие-то тренары, какие-то линии, то есть нужно всегда понимать. Нужно ли менять спонсора, если мой партнер не идет на тарифный план, а его партнер хочет, значит, он автоматом ко мне попадет? Нет, не факт. Вот этот партнер вашего партнера, он должен сделать, значит, смену спонсора на вас, потому что у него не будет доступа к тарифным планам, его спонсор не идет, а система, она не может как бы знать за вас, ну, за партнера, куда он хочет, за кем пойти. Он еще ничего не открывает. А чтобы ему открыть тарифный план, его
непосредственный спонсор, который у него в кабинете на данный момент, должен уже сам находиться в тарифном плане. Если он не хочет, у него просто не будет доступа. Соответственно, ему нужно найти того спонсора, который хочет идти в тарифный план, открывает, и просто тогда сменить спонсора на этого человека. Когда новичок придет только на тарифный, у него откроется такая же реферальная ссылка, как и у нас. Да, такая же своя реферальная ссылка у него будет, потому что у него будет активирован. То есть смотрите, когда мы получаем с вами реферальную ссылку, когда мы вступаем в первую площадку, да, мы оплачиваем первое бизнес-место в первой площадке, у нас появляется реферальная ссылка. То же самое теперь в тарифном плане. Мы активировали первый тарифный план, оплатили, и у нас также появляется реферальная ссылка. Так, разберемся по ходу дела или появятся вопросы. Угу. Что-то хотела еще вам... ребят, смотрите. То есть у нас с вами 9 тарифных планов. В каждом тарифном плане есть линия, есть тренар. И везде все происходит одинаково. Только сумма выплат в каждом тарифном плане своя. И она, естественно, больше, больше и больше. В первом это 0,002, во втором 0,004 и так дальше. Чтобы открыть все 9 тарифных планов, нужно 1,022. Ну, соответственно, как бы лучше, вот лучше для старта это как минимум 3 тарифных плана открыть и первое время активно поработать, чтобы на автомате сразу у вас открылось все 9 тарифных планов. Да, какое отношение имеют тарифные планы к основным площадкам? Вот, отличный вопрос. Смотрите, на данном этапе, тарифные планы к площадкам не имеют никакого отношения. То есть они работают автономно. Вы их открываете и работаете на этих тарифных планах на их условиях. Но смотрите, как перетекание из одного в другое, да, все взаимосвязано в нашем маркетинге. Когда вы, друзья, уже откроете все 9 тарифных планов, 5, 6, 7, 8, 9, вот это 9-й. Но у нас с вами помимо тарифных планов есть еще основные структуры. Первая, вторая площадка, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И у нас с вами есть еще, друзья, лайт-площадка и бонусная площадка. Быстрый старт. Так вот, смотрите, когда у вас будет открыт 9-й тарифный план, система у вас, вернее, вот когда вы начнете зарабатывать на 9-м тарифном плане, эти деньги будут заморожены. Почему? Потому что с 9-го тарифного плана обязательный переход в лайт-площадку. И если вот этот аккаунт, которым вы открыли 9 тарифных планов, не находится в лайт-площадке, то с 9-го тарифного плана вы деньги не сможете разморозить, пока вы этот аккаунт не поставите вот сюда в лайт-площадку. То есть система вам разморозит деньги на 9-м тарифном плане только тогда, когда этот аккаунт у вас вступит в лайт-площадку. Далее по остальные все деньги, то есть вам нужно сюда 0,375. Соответственно, вы эту сумму истратите, оставшиеся деньги, пожалуйста, все на вывод. По условиям лайт-площадки обязательный переход в бонусную, да, в быстрый старт, если вас там еще нет. Если вы там есть этим аккаунтом, то 3 биткоина вы забираете. Если нет, то этим аккаунтом вы переходите в бонусную. Бонусная площадка дает доход 24 биткоина. Из бонусной площадки обязательное условие перехода в площадку номер 5. То есть это обязательно. Но вступить в площадку номер 5 можно, если вы открыли все 4 перед этим площадки. Если они у вас не открыты, соответственно, вы будете вступать сначала в первую, затем во вторую, в третью, в четвертую и в пятую, пока вы доберетесь до пятой. Соответственно, с 24 биткоинов порядка 7 биткоинов вы используете на то, чтобы запустить все вот эти 5 площадок. Потому что вы не можете взять и просто отсюда зайти в пятую. Вы не получите доступ к пятой, если у вас не открыты, предположим, вторая, третья, четвертая. Вам придется так или иначе встать в структуре во второй, третьей, в четвертой площадке. И то же самое ваши партнеры сделают. Соответственно, у вас за минусом 7 биткоинов около 17 остается как бы, ну, ваши
ваш остаток. Это при условии, если вы с первой по пятую активируете. Но если вы, например, стоите уже в первой, второй, в третьей, соответственно, отсюда вы отнимете только стоимость перехода в четвертую площадку и в пятую. То есть первая, вторая у вас, вы там есть, предположим, а, значит, вы только отнимете то бизнес-место, которое не находится в четвертой, оплатите его, и в пятой. Значит, у вас здесь будет расход меньше, и здесь останется больше денег. Так, отлично, вижу, уже пошли благодарности, когда новичок придет, только на... Так, это я ответила, разберемся по ходу, какое отношение, это я тоже ответила. То есть, смотрите, тарифные планы помогут вам, ребята, гораздо быстрее, гораздо легче заработать на лайт, на бонусную и на все 5 площадок. Почему? Потому что вход еще меньше, чем в первую площадку, это буквально, да, 0,002. Во-вторых, вы забираете деньги сразу за лично приглашенного, то есть не ждете, пока у вас заполнится площадка или там, допустим, определенное количество людей, а сразу же за третьего партнера система запускает следующий тарифный план, и вы забираете уже деньги. То есть за третьего заработали 0,001, за четвертого 0,001 два раза, потому что с тренара и с линии уже 0,003, и, пожалуйста, вы уже собираете денежки, зарабатываете и, пожалуйста, накапливаете на ту же лайт-площадку, или, предположим, вы хотите активировать место во второй, в третьей и так далее. А, да, благодарю, благодарю. Все, ребята, вижу, что уже устали. Окей, сколько стоит открытие всех 9 тарифных площадок? 1,022, ребята, 1,022, давайте сейчас быстренько умножим. Напишите, пожалуйста, сколько сейчас курс биткоина, потому что днем он был 2,260 почти что. Ну, давайте умножим на 2,260. Он, видите, у нас меняется. Это получается, так, еще раз, извините, 1,022 умножаем на 2,260. Это получается... так, подождите. Калькулятор не хочет считать. 1,022 умножаем на 2,260. В долларах получается 2,310 долларов. Да, и если посчитаем на российские рубли по 60 курс, 138,5 тысяч. 138,5 тысяч, ребят, у меня получилось. Угу. То есть всегда количество биткоинов умножьте на курс доллара, который у нас в кабинете стоит, переведите в доллар, а потом умножьте уже себе на рубли или на тенге, или на гривны, кому как удобно. Все, ребята, окей, тогда... всех благодарю. Если нужна встреча еще в четверг, в пятницу, то проведем еще раз, пока уже все-все прям вы не будете понимать досконально. Будем проводить, ну, завтра точно мы не будем проводить, завтра другие мероприятия. Вот, поэтому встреча в четверг, в пятницу тоже можем провести. Всем отличного вечера, всем хорошего настроения, позитивного, разбирайтесь. По флешмобу будет завтра у нас, друзья, вебинар во вторник. Тоже не пропускайте, конечно, ну, вы видите, да, что движение идет, как говорится, ничто не стоит на месте, все равно мы работаем, мы продолжаем усиленно двигаться, где-то с пробуксовкой, где-то более легко, но, тем не менее, двигаемся, бизнес у нас не останавливается. Всем пока-пока, друзья!